Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Тикей на канале Тикей Спати. Не забываем подписываться, ставить лайкосики. Это первый выпуск новостей по Free Fire. Итак, обновление у нас уже завтра, 8 мая. По промо-материалам, что мы видим? Это совместный прыжок, эмоции при прыжке. Кому они нужны, непонятно, видно там что-то будет, не видно. Ну, наверное, видно. Как опциональность, это good. Больше вариативности, лучшая игра. По поводу совместного прыжка, напрашивался давно. В ближайших конкурентах это год назад реализовали. По поводу новой пушки. Она будет перезаряжаться. И говорят, что она будет жутко дисбалансная. Будем проверять, смотреть. Жутко убойную пушку, короче, хотят ввести. Будем смотреть, проверять это все дело. По поводу сужения круга, показания следующего круга, куда сходится, тоже, опять же, с ближайших конкурентов все взято, давно напрашивалось, крутяк крутяком. Потом, что у нас еще? Новый персонаж, соответственно, тоже крутяк. Внедрение новых персонажей, новых пушек, это всегда классно, и я только за. Давайте еще посмотрим, наверное, еще один ролик. Это промо на новый джекпот. Как мы видим, костюм ассасина. Ну, в принципе, неплохо. Вроде как говорят, что это будет в золотом джекпоте. Нет. Итак, ребятки, вроде все рассказал, показал, выпуск первых новостей на канале. Не забываем ставить лайки, подписываться. Единственное, забыл про гильдии. Теперь будет в гильдии попасть сложнее после обновления. Сделают магазин в гильдии. Магазин. Можно будет, не донатя, многие вещи купить. Все, с вами был Тики на канале Тики Спати. Всем удачи. Подписывайтесь, ставьте лайкосики.